Thank you.
Так, ну что же, доброго времени суток всем, дорогие друзья, любители киберспорта, и рад вас приветствовать на Лиге Чемпионов Бизнеса. Да, сегодня игры у нас проходят в формате Best of 3, Counter-Strike, и нам немного поменяли матч. Сегодня же мы с вами посмотрим противостояние двух коллективов. Контур против Кроков. Борьба будет плотная и потная, кто бы что ни говорил. Потому что игроки опытные, игроки скилловые и... будет на что посмотреть. Так что давайте прямо сейчас, наверное, включаться в КС-ку. Что у нас там с КС-кой? В КС-кой там ножевой раунд. Ну, все же, давайте посмотрим, с чего все будет начинаться. Наш генеральный партнер группы IT-компании «Ланит» представляют самый массовый корпоративный чемпионат по киберспорту. Лига чемпионов бизнеса. Сезона весна 2024. 7 дисциплин. Counter-Strike 2. Dota 2, Лига Легенд, Мир Танков, PUBG, Apex Legends и Hearthstone Battlegrounds. Именно тут компании со всей России выявляют сильнейших в корпоративном киберспорте. Присоединяйся к нам и играй с лучшими. Присоединяйся к нам и играй с лучшими. Совершенно верно. Ну что же, первая карта, я, кстати, там в чатик скинул. Первая карта будет у нас Overpass. Это как раз-таки пикнули коллектив Контур, если я не ошибаюсь. Верно? А нет, Крок пикает Overpass, Контур пикает у нас... Что-то я вообще поплыл на самом деле. Ancient пикает Крок, Overpass пикает Контур. Ну и Decider мапа будет у нас карта Vertigo. Вот так вот. Так, ну что, представлять, я думаю, чуть-чуть попозже представим коллективы. Так, Крок у нас в защите, Контур в атаке. Секунду, я посмотрю. Крок в защите, Контур в атаке. Все верно, все верно. Там, кстати, один из игроков вылетел или что произошло? Почему у меня... А почему у меня 6 игроков вообще отображается? Вопрос. Ладно, мы пропустили пистолетку. А, это коуч. А коуч на сервере? Обалдеть. В какой-то момент я немного испугался, то, что у нас поменяли формат игры и 6 против 5 играет. О, боже мой, ладно, смотрим дальше. Пистолетный раунд забирает у нас коллектив Крок. Выход по точку Б, задымление светлой и первый хедшот. Есть, есть, какой-нибудь размен. Бомба будет устанавливаться, будет ли устанавливаться? Да, гол, гол. Делает хедшот. Кстати, Мангуста забирает 55М. Последний остается у нас Чаос вместе со своим тиммейтом. 25 хп у Мангуста. Сразу прилетает в Асмака. Есть информация о последнем игроке атаки. Бомба будет разминирована. Ну и можно было бы уйти на сейф М-ки. Да, 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 да. Чаус как раз-таки все слышит, всю информацию, и поэтому второй раунд в защите, но не без проблем. Но не без проблем, будем честны, потеряли очень много девайсов, при этом еще и дали возможность установки плента, вследствие чего сейчас игроки атаки могут закупиться. Появляется у нас моментально 4 калашникова плюс М-ка засейвлена с предыдущего раунда, и это может означать то, что экономика потихоньку укрепляется у атаки, но если бы они сейчас еще взяли раунд, просто великолепно было бы по экономической составляющей. Но давайте все-таки смотреть. Занятие медла. 50М контролит у нас шорт. Эршмакс погибает. Займтесь. Контролит. Но он тут один под рампой. И сейчас в тайминге не очень удачно и может попасть. Займтесь. Погибает 55М. Да, просто не щадит никого. Пропушил у нас шорт, пропушил еще и ближе к рампе. Есть полная информация о том, что в мясе под рампой никого нету и моментально смещается под мид. Кстати, Кикидами тут близко находится с фармилкой, но его все-таки ролит, читает. Даже еще Мангуст забирает Чаузи. Оу-коу. Стоп.
А это 3 в 3. Но мангуст красный. 10% здоровья имеет. Рулит также классный. Да. Классный вы! Фу-ху! Что это было сейчас? Просто два хедшота. Без каких-либо шансов. Обалдеть. Они играли в меньшинстве. 3 в 5 разыгрывали эту ситуацию. Кто бы мог себе представить? Кто бы мог себе представить такое развитие событий? Я точно не мог. Хотя я и говорил, да, в начале третьего раунда о том, что необходимо все-таки атаки забрать сейчас раунд. И мы видим то, что контуры это и делают. О, обалдеть. А что там вообще по экономике сейчас у защиты? 2400, засейвленная М-ка, 1100, но окей. Плюс-минус что-то будет, так, мангуст. Теряет свой девайс. Ну и видим то, что денег нету сейчас у защиты, у кроков. И крок сейчас нужно как-то отыгрывать от единственного калаша. Нет, кстати, появляется еще дропнутая М-ка. Ну, окей. Так, инста-смок в мид. По мини-карте, кстати, видим то, что атака моментально желает выйти по точку Б на первый же контакт. Да, кикедами погибает. 55М в очередной раз пушит у нас рампуна, и тут его уже ждет роулит. Ну и большинство сейчас для атаки. Бомба, плент занят, бомба установлена. Сейчас еще в шарта рулит находит у нас Чаус. Сложно, очень сложно будет сейчас игрокам атаки. Второй раунд к ряду атака так как раз таки забирает. Так, сейчас на фейсет зайду, посмотрю, какие у нас левела фейсета присутствуют, чтобы вам тоже это было интересно знать. Так, Чаус. Имеет у нас 10 левел фейсета, 2500 yellow. Найт. 2245, 10 левел фейсета, 55M. 10 левел фейсета, 2500, 2780. Максим. Кюкюдами, 2275. А, формалин в виде тренера, да, я так понимаю, принимает участие. Ну ладно, у контуров мангуст 200 yellow, 10 левел фейста, вершмакс 1379 yellow, 7 левел рулит, 2 роулит, 2200 гогов, 200, 10 левел фейста, ну и Земпис имеет 8 левел фейста, 1587 yellow. Как я и говорил, встреча будет очень плотная. И очень классно, за что им можно, в принципе, выдать определенный респект. Найт, минус. Роулит, хедшот! Максима тут просто вырубает. Так, Чаузи, есть минус от него, хорошо, но светлая ситуация 3 в 3, но нет, читается сейчас игроки у нас в мясе, скорее всего, но они с юспами, с голыми юспами. И мангус сейчас будет слишком аккуратно действовать. С калашом гогов находит два минуса. Нет, но это поплава. Никто не чекал как раз таки выход из-под мяса, выход под шорт. Бомба устанавливается. Задымление светлой, темной. И будет ли уходить на сейф? Хотя 2200 на руках и дигл. Необходимо, наверное, все-таки найти килл, выбить девайс. Ну или постараться хотя бы это сделать. Знаем, отлетает. Вот почему мне нравятся такие игры. Потому что хайлайты могут залетать через каждый раунд, а то и два. Чак. Не попадает с первой пули в голову. Но ничего страшного. 2-3, девайсы повыбивали. Бомба была установлена. Видим по экономике сейчас атака. Вообще просто вышла какой-то на новый уровень. 10 тысяч у одного игрока. При закупленном девайсе 6900, почти 7000, 4300. В случае, даже если сейчас атака проиграет этот раунд, и потом последующий раунд, по итогу деньги все равно на бай будут. Потому что какой-никакой там еще луз-бонус будет понемногу насыпать, вследствие чего экономика будет позволять возможность закупиться. Так. Чат у нас присутствует. Вижу то, что роулита поддерживают.
Ну и медленный раунд от атаки. Контур. Да, Гогов там 6 фрагов имеет. Роулит. 5 фрагов. Мангус 2 фрага. Вершмакс 2. Ну и Земтис также 2 фрага имеет. Так, смещается под мид просто вчетвером. И один игрок атаки в виде люркера будет отыгрывать у нас под рампой. 2 игрока защиты. Один в пончике, второй под А. Нейт. Выход под него. И выход ухом получается. По итогу есть какой-никакой размен. Чаус палит свою позицию. Немного не повезло, ну ладно. Мангуста там осталось 14% здоровья. Выход под точку А пока без... точнее, с одной потери в пончике, да, как раз таки. Выход из-под сити. Гогов перестреливает, но он выходит. И Мангус вместе с Земписом также открывается по одному фрагу. Это 2-4, двойное преимущество за игроками контур. Откроем еще раз табуляцию. Так, Максим тут не вошел вместе с кюкюдами в эту игру. Нейт 4 фрага, 55 м. 5 фрагов, 6 фрагов, Чаус. Так, чатик, вас перекидываю на второй монитор, чтобы нон-стопом видеть ваши сообщения. Рулит! Минус 55М уже в сайде. Численное преимущество для атаки в начале раунда. Ну что там, все равно пистолеты. Выход. Так, Молик. Нет, тут просто посмотрите, как академически действуют у нас игроки атаки. Просто без шансов. Выходит рампу. Находят там энтри прошивом, прострелом как-то. Потом молик в тупую. И при этом контроля тупую и контроля светлую, игроки атаки выходят у нас на точку Б. Ставят бомбу, не потеряв ни единого девайса, забирают еще один раунд, свою копилочку. Вот так вот. 10-е, 7-е, 8-е левела фейс-ата пока обыгрывают коллектив с неплохим таким елу. Всех больше 200, да, 2200 вот так вот. Так, Логов, кюкюдами, погодите, Максим тут разошелся на рампе. Если от него 2 минуса, будет ли еще килл от него? Да, минус Земтис. Погибает у нас на рампе, и это уже численное преимущество за защитой. На... за сколько там? За первые, наверное, 5 раундов. Которые сейчас мы с вами видели. За последние, если бы точнее, трипл килл, да, как раз таки от Максима. Так. А там, кстати, выход под медлом. Но четвертый номер ждет как раз таки игрока атаки, да, роулит. Будет ли квадро? Нет, не будет, потому что Вершмакс вешает голову. Прострелом 55М отличился, как в прошлый раунд отличился игрок атаки, когда его прошивал. Ну и вот сколько там раундов к ряду игроки атаки у нас забрали? 5 раундов к ряду, да, забрали. Раунды по итогу после 5 немного сдулись и отдали защите. Но окей, по экономике, в принципе, атаки все неплохо. Видим то, что появляется. Еще и снайперская винтовка появляется. 4 калаша. И снайперская винтовка также появляется у игроков в защиту. Видим ли мы сейчас с вами снайперскую дуэль? Пока непонятно. Кюкюдами отсиживаться будут у нас в плейнке. Выход под рампу. Слишком очевидно и слишком опрометчиво сейчас сыграл у нас кюкюдами. Из-за этого 55М вынужден смещаться под точку Б. Максим. Есть размен. Займтесь. Через мясо будет смог выходить. И сейчас не в лучшей кондиции, не в лучшей позиции будет он. Да. Хотя и смоков. Плюс еще и снайпер. Мангуст погибает у нас под рампой. Вершмакс также. Эти штанов отлетает. Нейт уже близко. Уже пришел у нас с пончика. За окном у меня кричат дети, за что им огромное спасибо. И я буду чуть попозже закрывать это окошко. Да, наверное, прямо сейчас и сделаю, чтобы... вам не слышать весь этот гонор, который находится у меня за пределами квартиры.
Ну что, мы продолжаем 55-м, там кого-то что-то кого-то раскидывает. По итогу атака у нас в большинстве. Зашли они в плент, плюс сюда перемещается Чаус. Он со снайперской винтовкой. А там задымление светлое и темное. Где игрок защиты второй? А второй будет играть у нас с мяса. А нет, будет играть с трампы. Рассеивание смоков. Чаузи находит. Один минус. Тут же подключается еще Максим. Минус Мангуст. 2-1. Если информация по последнему игроку атаки, конечно же, есть и Чауз. Просто без шанса вырубает последнего игрока атаки со снайперской винтовкой. Это паритет по счету 5-5. Вот так вот. Казалось бы... Атака играет у нас в большинстве при выбивании 2 в 3, но каким-то чудом снайпер там находит минус, плюс подключение рампы еще одного игрока защиты. И счет мы с вами видим на экранах. Что по экономике у атаки? 3500, 5700, 8600, обалдеть, сколько там денег-то уже накопились. Да, вот как раз таки формалин у нас в виде коуча. Так, будет ли появляться снайперская винтовка в атаке? Нет. Видим то, что пока без снайперки будет отыгрывать. Да, Мангус как раз таки в предыдущих раундах отыгрывал с данным видом девайса. По итогу быстрое занятие игроков атаки центра карты. Туда же смещается бомб кэрри. Не решили все-таки сплитовать точку А. Там два игрока защиты находятся у нас в штанах. А это бомб кэрри сейчас будет погибать. Чаузи... Чаус, есть от него минус, бомба падает и нужно как-то выбивать. А если смоки? Нет, смоков пока нету, но в зуме находится у нас снайпер. Флешка прилетает прямо в лицо, по итогу промах присутствует. Зампес минус Чаус, вершмакс забирает у нас Нейта. И в очередной раз ситуация в большинстве для атаки. Прилетают смоки, флешки под сити, и после этих гранат нужно как-то оформлять ретейк. Но как ты сделаешь, когда там просто все игроки атаки начинают прошивать в одного? Ну ладно, кстати, оу, Зампи, с от него есть фраг, смоки, гогов, размен тоже присутствует. Ситуация 3 в 1, последний игрок находится у нас в церкви, который... Подождите, хотел я сказать, который ничего не сможет сделать, потому что он находится в зуме. Да уж, три раунда отдали у нас атака после своих лучших, наверное, раундов в атаке. И вот сейчас берут еще один. По итогу, что по экономике сейчас в защите? Снайперская винтовка есть, фармилка, две МКСки и также еще ФАМАС. В очередной раз быстро будут отыгрывать мид у нас игроки атаки. Да, и бомб кэрри также смещается под эту точку. Так. Максим там попрошивал через смоки, через текстуры, через преграды. Ну и атака заняла уже пончик, заняла мид. Да, очень странно то, что игроки защиты все-таки берут снайперский девайс, но при этом не отыгрывают мид. Так, Максим соло тут отыгрывает позицию медла. Нужен хедшот. Один есть, но не смог отстреляться у нас по Мангусту. 50 по тем. Он в спине находится. Увидят ли Роули-то? Да. Забирает он, но Мангуст также со снайперским девайсом. Есть размене. Пуф! Зэмпис. Минус Чаус. 2 в 2, 45 секунд остается на таймере. Не читается, скорее всего, игрок, который находится у нас в церкви за восьмым ящиком. Нейт, от него есть минус и сразу же уходит на сейвовую позицию, да, чтобы дождаться как раз-таки своего тиммейта. Кюкюдами уже спешит, бежит через пончик отыгрывать. Лашку, ну, поторопился Кюкюдами и знает Зэмпис по последнему игроку защиты его позицию. Молик сразу же откидывает. И будет ли дальше чекать церковь? Он вроде как выходит у нас прицелом. Кто кого первее увидит? И мне казалось то, что Зэмпис был в выигрышном положении. Он должен был первее увидеть Нейта, но Нейт оказался немного проворнее в этой ситуации. Максим Максима прошивал. А,
Роулет тоже Макс, окей. Так, ну что, 6-6. Первая половина у нас закончилась. Так, что мне нужно сделать? Мне нужно сделать вот так вот. Так, поменялись у нас команда местами. Ой, а почему у меня КСК съехала-то? А, из-за того, что там... Я понял. Из-за того, что там седьмой игрок в худи, у меня получилось вот так вот. Все, я понял. Немного я брейнлаг тут поймал, но я думаю, ничего страшного. Так, круг забирает у нас пистолетку. 12 фрагов. Фрагов имеет Чаус, Максим 13, 55 М11, Нейт 7 фрагов. Кюкю Дами, да, походу не нашел еще свой ключик к этой игре. 2 фрага всего лишь имеет. Экономический раунд. Вынуждены играть у нас защита. Видим то, что пистолеты закупили. И планомерно поджим штанов сейчас будут осуществлять. Раз таки там есть фармилка. Фармилку можно было бы забрать, но Чаус одного, второго забирает. Плюс тут еще Максим на хелпе подошел с мидла. Калаш работает на 100%. Трипл килл от него, но хотелось бы, наверное, все-таки не с калаша, а с какой-нибудь фармилки трипл килл оформить, чтобы денег было очень много. 8-6 и... Появляются МКС-ки, есть возможность закупиться, да, но только по гранатам не так уж все хорошо будет. Ну, видим, какие-никакие появляются. Также фармилка есть в руках у защиты. Смоки, молики, хешки, занятия медла будут и от игроков защиты. Да, флешка прилетает, он все-таки 55 М находит еще и Гоков. Ух ты, боже мой, вот это флешки от Чауза. Просто великолепные. Две флешки, которые прилетели с Т-спауна прямо в лицо игрокам защиты, которые подпушивали мид. По итогу только сейчас Земпис находит минус для себя. Также забирает у нас еще игрока атаки под штурм. Штанами, 3 в 3 ситуация. А где бомба? А бомба я не знаю, где она под штанами лежит. Я так понимаю, это у... А у кого это была? У Чауза? Бомба была у Чауза в штанах. Хм, звучит солидно. Ладно. Так, 3 в 3, бомбу как-то придется выбивать. Неужели будут сейчас через пончик действовать? Да, действует Максим. Земпис в размене. Трипл килл уже от него имеется. 46% здоровья. И по итогу остается клатч. Ситуация 1-2. Нужна голова какая-нибудь. Нет, он этого не сделает, потому что Максим там тоже находит для себя трипл килл. И по итогу... атака забирает еще один раунд на своей половине, можно сказать и так. Так, ну и что, пока Крок оправдывает свой пик в атаке, набирает они ключевые раунды. И очередной раз экономический раунд защита будет отыгрывать. Выход по точку Б, уже видим то, что двойка прошла в светлую. Но при этом не чекают мясо. А в мясе есть один игрок защиты. Там же вблизи шарта еще. Как раз таки по трампу стягивается 55М. Роулит. Да, прикрыл своего тиммейта. Шмакс по 250 на руках. Голову сразу же через текстуру прилетает ему, вследствие чего прицел был сбит, а дальше реабилитироваться, ну, сложно ему на самом деле. Больше там 55. Защита на него не 1-2. Чаус! Великолепные хедшоты от него. 6-10. Экономика сейчас есть у защиты, видим то, что даже неплохая экономика, снайперский девайс появляется, там многих больше по 5500 было денег на руках.
Разошлись пока по карте. Три под рампой играют. Один под штанами. Контроль мидла. Так, Роулет увидел одного. Выходит на репик. И без шансов забирает у нас Максима. Но при этом остается 20% здоровья. И моментальная ротация на другую позицию. 55 тем находит у нас Роулет. Да, вот этот прострел довольно-таки коварный. Может, стоило ему оставаться где-то в мясе, или же на другой более сейвовой позиции. Так, задумление. А что сделал сейчас Верш Макс? Он просто вышел из маки и погиб. Без единого размена, 55. Я ему уже в упоре. Даблкил от него. Флешка отворачивается от флешки. Да, у него отсутствуют очки сварщика. Гогов. Есть размен. Кюкю Дами находит минус для себя. Это третий. Если я не ошибаюсь, как раз таки для него, да. 3.13 его статистика, но... Не будем его, наверное, хейтить. Так. Так. Мангуст. И 1-2 остается на этой за МПС. А есть ли у него диффуза? А диффуза есть, конечно. Все. Седьмой раунд в защите. Так, кто там? Клипчанский скидывает. А, вот, да, как раз таки. Посмотрел я этот клип. Да, собрал грибы, действительно. По-другому это не назовешь. Так, снайперская винтовка с предыдущего раунда была засейвлена, я так понимаю. Стягивает свою, наверное, всю основную силу под точку А, под штаны. Может, при этом еще контролить мид будут. О, флэш! Блин, 55М это просто гений этой игры, наверное. И видим то, что как раз-таки коллектив... Ой. Коллектив Крок, да, готовили эту карту. Какие флешки прилетают. Как вообще они двигаются по карте. Это ключевой момент. Выход из-под пончика без шансов. 55М уже трипл килл. А, не трипл килл, извиняюсь, дабл килл как раз таки. Да, он находит под точкой А, и ничего не остается у нас игрокам защиты, кроме как просто-напросто уйти на сейв и пытаться засейвить свои эмки. И 11 раунд в атаке сейчас будет. А что по экономике вообще сейчас у контуров? Давайте посмотрим. Ролит, ладно, засейвит Вершмакс, тоже засейвит 1400-1100-650. Но такое ощущение, как будто луз-бонус, да, у них будет большой. Насыпет ли еще, пока не... непонятно. Нейт. Все-таки Вершмакс его перестреливает. Да, я думаю, там 3 с чем-то тысячи будет у нас долларов у защиты. Можно было, будет, в принципе, закупить фамосы, фармилки условные. Но вот только Вершмакс тут погибает и... Это не очень уже хорошо. Так, ну видим, да, то, что эмки появляются, плюс фармилка есть, окей. О, очень мало гранат. Так, 55М опять контролирует у нас мид, хаешка себе под ножки, 2% здоровья он теряет. Кстати, там атака уже вышла по точку Б, да как это так возможно, роулит? Есть минус по Максиму, тут же открывается, забирает еще и Нейта, и красным оставляет еще кюкюдами. Кюкюдами нужно ставить бомбу. Да, как раз таки он этим и занимается. Мангус с фармилкой просто выпрыгивает из ниоткуда. Все игроки атаки уже погибли, нужно минировать бомбу. Точнее, разминировать. Витаминка пишет. 55М лучший. Давайте напомню еще его статистику. 19 фрагов имеет, ну, положительная тенденция нащупывается. Кикюдами 5 фрагов, Нейт 9. Очередной раз
Атака вместо защиты будет контролить мид. Видим то, что даже тройка игроков защиты смещается под мид. 50 под тем. Погибает у нас под шатрон. Красный снайперский девайс реализовал себя в этой точке. Мангуст в пончике отлетает. И, по сути, сейчас игроки атаки могут выбрать вектор своего направления в один из плентов. И на этом же пленте, будь это плент А, будь это плент Б, присутствует всего лишь один игрок защиты. Нужно как-то продавить. Если сейчас Максим найдет фраг, это будет вообще просто потный раунд для защиты. Потому что придется выбивать. Не хотелось бы, да, все-таки отдавать атаки 12 раунд. По сути, выходить на матчпоинты и так далее. Выход по точку Б. Бомбкэрри смещается под рампу. А тут у нас вершмакс. Есть минус от него. Можно было бы сейчас двоих зажать, но одного из них оставляет красным. Очень мало процентов здоровья он имеет. Флешка есть также у нас. Рулит. Вот как раз таки те самые рулиты, которые прилетают. Да, когда начинаешь стрелять... Так, Максим. А как так получилось, что он вообще под мидлом находится и спалил свою позицию Зэмпис? А нету диффузов. А нету диффузов. Чауз погибает. И есть информация по последнему игроку атаки. Да, это как раз таки Максим, которого без шансов рулит. Вырубает. 18% здоровья диффуза есть на руках. Это означает, что это 9-й раунд в защите. Смотрим экономику атаки. 6400, 7500, 4000, 4500. Ну, закупаться можно. Плюс... Даже может появиться снайперская винтовка, потому что в защите она присутствует. Можно было посмотреть на снайперскую дуэль, но, видимо, пока нет. Пока взяли они 11 раундов с основными девайсами, с калашами, с эмками. И, я так понимаю, нет желания у них что-то менять в своей игре, когда у них и так все, в принципе, неплохо так получается. Мангуст. Минус нейт под мидом. Моментально сюда прилетает Молик. И сейчас отдадут ли 10 раунд у нас в защите. Пока непонятно. Чаус играет под рампой. Точка Б полностью свободна. Но об этом сейчас пока не понимают игроки атаки. Зэмпис будет контролить у нас как раз таки. И хелповать Гогову в пончике. Гогов. Фраг от него есть. Без шансов. 2-4. Ну и в таких ситуациях игроки находили положительные эмоции, положительные тенденции. Нет, Гогов тут просто решил за весь коллектив отработать вместе с Мангустом, который со снайперской винтовки отыграл в мидле. Не, я бы не сказал то, что качественно, но продуктивно. Фраги нашел, 40 секунд остается на таймере, бомба на руках, 1 в 3. Ну что придумает Чаус? Чаус будет выходить, я так понимаю, под светлую, да? Вот бомбу бы поставить было бы неплохо. Сэмпис. Это с подсмока. Увидел, да, как раз таки Чаус. Есть минус от него. Увидит ли еще одного игрока защиты? Как раз таки в упоре находится Гогов, но по нему нету информации. Не увидел смоках. При этом еще и Мангуста с 31% здоровья остается. И снайперская винтовка на руках. Молик также присутствует у Чаус. Чаус не переводится на Гогова. 97% здоровья у Гогова осталось. И да, это 10-й в защите. Смотрим моментально экономику атаки. 4700, 6300, 4300, 3500, 3200. Угу. Не хотелось бы выходить на паритет, при этом играя экономический раунд. Так, а стрим у меня что-то подлагивает или нет? Или мне кажется? Или из-за второго монитора как будто фрезы такие огромные попадают? Или все нормально? Так, выход по точку Б будет. Видим то, что три игрока, точнее уже два игрока смещаются в мясе, занимают эту позицию, и три игрока под рампой.
защиты сейчас могут сложиться огромные неприятности, если прямо сейчас... А нет, 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 все. Стрим стабильный вроде. О, спасибо, Йол. Или Йоджи. Как правильно? Йол или Йоджи? Йоджи. Вот. Игра слов. Игра ника. Так, так. Клюрки расставляют у нас под под рампой. Два смещается в шорт. Фейк раскидку, скорее всего, делают. Да, чтобы сместить как раз-таки одного игрока с мидла под точку Б. В принципе, что он и делает. Смотрите, моментальная ротация, но при этом Зэмпис понимает о том, что покидать свою позицию очень страшно будет и не очень рентабельно. В ближней позиции Мангуса снайпер с комментовки находит миду, забирает еще Максима. Есть серия разменов, по итогу последний игрок атаки под мидлом. Остается 24 секунды времени у него до окончания раунда, и это паритет по счету 11-11. Бомба не была установлена, и видим то, что по экономике все очень скверно. 2-900, 4-600, 2-900, 3-400, 3-600. А как все начиналось для атаки? Так, задержки на стриме нет? Нету. Задержки на стриме нет. Задержка... Так, ладно. Выход по точку А. Зэмпис не сыграл сейчас церкви, а сыграл ближние позиции, ближе к штанам. И по итогу находят первый минус у нас игроки атаки. Быстрый выход по точку А. Гогов заперт. Сейчас у нас в кончике. Забирает бомб кэрри. Нейт погибает. Так, там коты за окном. Прям орут. Весна, что ли, наступила? 4 в 4, бомба установлена, но видим то, что девайсы есть, роулит, дает 2 минуса, также выход из пончика двоих игроков защиты, и посмотрите, что происходит. Кьюкюдами вместе с Максимом просто разыгрывает этот раунд без шансов при выбивании 3 в 4, о-хо-хо. А как же стрим-снайпер? Так у них тренер сидит, мало ли все может быть. Никого не обвиняю. Нет, у нас задержка как раз таки идет в GoTV. То есть с вами у меня общение нон-стоп без задержки идет. Но игру мы видим на 2 минуты позже, чем игроки играют. Вот так вот. Чем от реального времени. То есть сейчас уже может игра закончиться у них, а мы этого еще не видим. Вот так вот. Сложно объяснил, мне кажется, да? Так, ну 11-12, потный, очень потный матч. Очень потный. Игроки, наверное, стоят своего опыта, стоят своего скилла. И недаром у них, в принципе, у всех средний елов больше 2000. 10-й левел фейсета. Фейсета, я думаю, они понимают, где что, как нужно делать. В каких ситуациях, как разыгрывать и тому подобное. Так. В очередной раз видим то, что по мини-карте три игрока защиты уже заняли мид, но при этом Нейт с 55М занимает у нас мясо. И первый контакт будет как раз-таки под этой точкой. Кто кому выкурит? Нейт забирает Гогова. Плюс еще в упоре находится Мангуст, который прочитался за считанные доли секунд. И 3 в 5 на первых же таймингах игроки защиты вынуждены отыгрывать. Роулят. Смещается на хелпу своему тиммейту. Зэмпис есть от него минус. Роулит также находит 2 минуса в смоки. Как сейчас они переворачивают эту игру? Каким образом? Я не понимаю. Но бомб кэрри уходит как раз таки через мясо на точку Б. Точка Б полностью свободна. И бомба будет устанавливаться. Нейт в упоре. Один килл у него есть. Молик. Вот сиди. Останавливает защиту. С хаешки, а хаешка неплохая как раз таки под ноги, там больше 40, наверное, процентов здоровья отняла. Так,
Чаус открывается со снайперской винтовкой, Роули также падает от Нейта, при этом нужно понимать, да, где находится последний игрок защиты, а по нему информации нету. Нейт трипл килл от него, 13-11, именно такой счет у нас остается на карте, и поздравим коллектив Крок с плотной, спотной победой на карте Ancient. Следующую карту, дорогие друзья, мы с вами увидим карту Overpass, это как раз таки пик коллектива Контур. Готовы ли они ее играть? Мне кажется, готовы и будут удивлять нас. Ну, пока меня удивили на карте Ancient как один коллектив, так и второй своей напорностью, своей, своим скиллом, своим пониманием игры и так далее. Сейчас пропаду, наверное. Нет, я тут, я с вами. Так, немножко под... подделаем. Вот. Дорогие друзья, напоминаю, формат встречи у нас на Лиге Чемпионов Бизнеса. Best of 3 до 2 побед. Это групповой этап. Группа С. Встречается у нас, да вы уже все знаете, Контур против Кроков. Пока Крок одержали первую победу на карте Ancient, следующая карта Overpass. Далеко не расходитесь, после небольшой музыкальной паузы мы снова вернемся и будем смотреть, готовы ли Контур отыгрывать свой пик. Так что скоро вернемся, далеко не расходитесь.
Так, ну что же, дорогие друзья, включаемся мы на вторую карту, на карту Overpass, это пик коллектива Contour. Проигрывают они по картам со счетом 1-0, да, 0-1. Проиграли они Ancient со счетом 13-11. Посмотрим, чем удивят нас на карте Overpass, на как раз-таки своем пике. Давайте включаться и немного расскажем пока о ЛЧБ, пока там идет разминка. Так, в очередной раз у нас тут смещение идет. Давайте попробуем хотя бы вот так вот сделать. Даже так. Ладно, окей. Так, в чате у нас присутствует кто-нибудь? Нет. Последнее сообщение от Вовы прилетало. Да, включился я на разминку, чтобы не пропустить ключевых раундов, потому что у нас у GoTV задержка, поэтому нужно отслеживать такие моменты. Ну и с вами, пока разминка, тоже есть желание немного поболтать. Ну и также, наверное, скажем про Лигу Чемпионов Бизнеса. Кто не знает, это крупнейшее в СНГ корпоративное спортивное движение, которое успешно развивается с далекого 2010 года. Проект объединил в себя корпоративные чемпионаты по футболу, баскетболу, волейболу, настольному теннису, дартсу, большому теннису и киберспорту. Является самым массовым корпоративным турниром в мире. С 2018 года в нашем киберспортивном чемпионате Лиги Чемпионов Бизнеса приняло участие свыше 185 уникальных компаний и 6000 участников из более чем 50 субъектов Российской Федерации и 16 стран мира. В 12-м сезоне у нас будут сражаться игроки в 7 дисциплинах. Это CS2, кстати, рекордная заявка команд пришла в 73 коллектива. В Dota 2 то же самое, рекордное количество команд, мы принимаем 53 коллектива. В танковом симуляторе Мир танков 24 команды. В Лиге Легенд 16, PUBG 12, новая также дисциплина появилась, Apex Legends, там 14 команд, ну и индивидуальная дисциплина Херсон поля сражений, там мы будем насчитывать более 70 участников. Что касается нашей дисциплины CS2 на Лиге Чемпионов Бизнеса, на групповом этапе команды разделены на 16 групп по 4 и 5 команд соответственно, 12 групп по 5 команд и 4 группы по 4 команды. Игры в группах проходят в один круг, каждый с каждым. Формат встречи Best of 3. По итогам группового этапа все команды проходят в стадию плей-офф, где играют в формате Double Elimination на вылет. Первые места в группах выходят в Золотую Лигу, где сразятся в одной... Так, какой там у нас... В 1/8 финала, да, верхней сетки, вторые и третьи места в серебро, 1/16 финала верхней сетки, а команды в четвертых мест будут играть у нас уже в бронзовой лиге. Так, тут у нас в мидле уже что-то происходит, какой-то движ, Париж, по итогу, что мы видим? Мы видим то, что защита пока в большинстве у нас отыгрывает. Кстати, давайте пока посмотрим. Так, Крок у нас в защите, Контур в атаке, правильно?
Угу. Все правильно. Поэтому мы будем менять худ. Все. Да. Крок в защите, контур в атаке. Ну и пистолетный раунд как раз таки за коллективом Крок. Да, не договорил я то, что все встречи в золотой и серебряной лиге и в бронзовой будут проходить в формате Best of 3. Только встречи в гранд-финалах в формате Best of 5 будут происходить вот таким вот способом устроено. Устроен наш 12-й сезон Лиги Чемпионов бизнеса. Сколько команд в группе и где можно посмотреть результаты групп? В группе С у нас 5 команд, если мне память не изменяет. Группа С. Группа С. Сейчас открою, посмотрю. Ока, Контур, Газпром, Добыча, Уренгой, Солар и Крок. 5 коллективов в группе С. Где можно посмотреть? На официальном сайте Лиги Чемпионов бизнеса. Там мои коллективы, фотографии и так далее. Всех игроков. Фаджин коннектора. Окей, 3 фрага. Кто-то там сделал. Фамас подбирает, фармилку выкидывает. Так, ну что, первый оружейный раунд. Контур сейчас будут отыгрывать у нас в атаке. Это их пик. И хотелось бы посмотреть, как они нас будут удивлять. Так, чатик. Дорогой чатик. Перемещаю вас на второй монитор, поэтому я с вами нон-стоп онлайн, именно в таком режиме, буду общаться. Так, Чаус там, кстати, со снайперской винтовкой уже на втором раунде, ничего не боясь, занимает мидл, но при поддержке своего тиммейта. Так, а далее мид, видим то, что одного игрока оставляют под туалетами, второго отправляют под лонг. Окей. Флешка под шорт. Вот вам и Крок. Мне кажется, они тоже готовы отыгрывать эту карту. И посмотрите, как они играют. Они нашли энтри под шортом. Плюс еще в коннекторе Земписа находят на бусте. Боже ж ты мой. Под флешку пикнули шорт. Забрали игрока. И с шифтом сместились под буст. И там нашли еще один килл. Это класс. Вот это вот я называю командная игра, где каждый понимает, что ему необходимо сделать. Так, Вершмак там нащупывает игрока защиты. Да, как раз таки увидел пропрыгивающего игрока на цементе. Каешка. Пум. Ладно, Максим погибает. 2 в 2. Бомба находится под монстром. Вершмакс будет отыгрывать у нас через шорт. Кюкидами в монстре. Нужно раскидывать еще одного игрока атаки, но у него это не получается. Мангус фармит, его перестреливает. Также Вершмак забирает 55М. Нейт 4% здоровья. Остается ситуация, ну, не очень, наверное, удобная сейчас для Нейта, потому что у него очень мало процентов здоровья. Но хорошо, что Молик в шорт прилетает, и к нему же подключается как раз-таки Чаус. Со своим снайперским девайсом. Так, ну что, 3-0. Ну, все мы знаем, да, наверное, на то, что карте оверпас как раз-таки на стороне защиты больше происходит доминация, нежели чем на противоположной стороне, на стороне атаки. И сейчас зачастую как раз-таки больше раундов набирается за КТ. Ну и это, скорее всего, тоже не будет удивления. Хотя мы видим то, что лонг уже поджимается двумя игроками защиты. В голову попадает Земпис. Минус Максим. Кюкюдами. Минус 55М дают также минусы. Дают размен у нас под мидлом. Последний игрок это рулит, который погибает у нас на фонтане. Только с одним киллом у нас атака смогла что-то сделать. Будет ли появляться снайперская винтовка в атаке? Да, мы видим то, что снайперский девайс АВП есть в руках у атаки. 4 калаша, гранат очень много. Тройка игроков смещается по центр. Двое, скорее всего, сейчас будут занимать ближние позиции под лонгом. Кстати, снайпер, я так понимаю, сейчас находится в туалетах. Так, коннектор заняли. Или нет? Нет, не заняли. 55М в предыдущем раунде играл на лонге. Сейчас играет в агрессию на шорте в короткой туннеле. И находит там минус для себя. Вот как их ловить по карте? Вроде ты правильно все делаешь, да? Ты на первых таймингах не выходишь на стрельбу, ты не выдаешь свою позицию. Ты как раз-таки ожидаешь поджима соперника.
Но 55М выходит просто на каких-то морально-волевых своих качествах и находит Эндри. Так, ну что, пока позанимали у нас Смит, заняли коннектор игроки атаки. Да, как раз таки Роулет там находится. 55М. Забайтил на себя игрокам в коннекторе. Чаус. Со снайперской винтовкой будет отходить в плент. Двое в пленте под точкой. А, как же сейчас не повезло Кюкюдаме за то, что он зацепился, наверное, бочком за текстуру в шорте. 55М в пленте. Но пока непонятно, куда будет направлен выход. Снайперская винтовка. Открывается игрок защиты. Есть выстрел. И также есть информация. Задымление туалетов и... Неужели не чекнуть сейчас рулит? Флешка от тиммейта прилетает. И какая флешка от собственного же тиммейта. И это как раз таки выход под точку А. 55М тут уже находится, но стрельба подводит его. Плюс снайпер остается на машине, которого Мангус прямо сейчас щелкает. 8-7-6. Хватает, конечно же, времени на установку плента. И это первый, скорее всего, будет раунд в атаки для игроков коллектива Контур. Ну, давайте тоже пока сильно вперед не забегать. Нет, давайте уже все, забежали вперед, так и будем. Мангуст еще один фраг для себя делает. И сразу же моментально чекаем экономику защиты. Видим то, что снайперская винтовка появляется. 3 МКС-ки, 1100 у последнего игрока, который не закупился. Видим то, что там тоже, да, появляется фармилка. Friendly Fire, Zempis остается, сколько у него там, 79% здоровья после поножовщины от своего тиммейта. А комментаторам материться можно? В определенных моментах нужно всегда следить, скажу грубо и честно, за своей метлой. Да, всегда нужно смотреть за своей лексикой. И как это ни хотелось, нужно следить за словами. Я думаю, не очень будет хорошо и не очень правильно на таком чемпионате, грандиозном, огромном чемпионате, корпоративном, материться и показывать свое какое-то там неуважение или же свой кривой язык. Нет, этого делать, я думаю, не стоит. В каких-то обычных дворовых туриках или где играют мои друзья, в принципе, можно. Почему бы и нет. Так, Эндри находится под... Все, коннектор, выход остановлен. Численное пока большинство для игроков защиты. Так, я просто буду комментатором и буду материться. Нет, я думаю, не стоит это делать. Так, выход из-под... Ой, из-под рампы хотел сказать. Да, выход из-под монстра. Снайперская винтовка есть, минус Роулет. Со своим тиммейтом также продолжает действовать в этом направлении. Также забирает еще 55М. Кюкюдами смещается под плент. Молик шорт прилетает, но Роулет еще вешает хедшот. Уже трипл килл от него. По итогу ситуация патовая становится для последнего игрока атаки, точнее защиты. Он со снайперской винтовкой, но там два красных игрока атаки. Не стоит об этом забывать. Флешка великолепная прилетает. И Роулет. Квадрокилл от него. Квадрокилл. Выход с монстра. Казалось бы, да, то, что Мангуст первый килл нашел со снайперской винтовкой. Но потом и Роулет просто вышел, раскидал всех и все. Да, и, наверное, по поводу комментария можно материться, не можно. Всегда, наверное, приятнее слушать человека, который как можно меньше употребляет матерных слов в своем лексиконе. Неважно, это в жизни или в комментировании, или так далее. Материться сейчас не в моде, одним словом. Очередной выход под точку Б. Бомба будет устанавливаться. Защита все-таки сыграла у нас экономически, да, потому что денег практически нет. За МВС находит фраг. Еще находит фраг у нас Кюкюдами. По итогу два девайса вроде бы выбили. Роулит под коннектором. Ой-ой-ой. Мангуст может сейчас откиснуть. Чаус. Да. Роулет, это мой друг. Я его в папку чуть стрелять. Ну, я бы, наверное, взял пару уроков с предыдущего раунда, когда он квадрокилл сделал. Вот там бы я поучился его стрельбе.
Так, в очередной раз, я так понимаю, у нас прожим лонга в паре будет действовать. Ну, кстати, на детской площадке всего лишь один игрок атаки. И он находится в более-менее чем сейвовой позиции. Роулит. Ой-ой-ой-ой-ой. Какие тайминги он тут поймал. Плюс Нейт находит минус по Гогову. Задымление плента. И тройка игроков атаки. Как раз таки два в шарте. И один через монстр. Нейт уже стягивается с точки А. Забирает у нас верш Макса. Да, вот как раз таки такой неплохой момент, который сложился у нас секунд 30-40 назад, когда игроки защиты поджали лонг, не нашли никакого контакта, но при этом понимают о том, что он где-то вблизи может находиться один игрок атаки, по итогу они его убивают и имеют фулл информацию о том, что под медлом никого нет, под лонгом никого нету, и это выход по точку Б. Мангус последний, минус Макс, ну ладно. Снайперская винтовка будет ли засейвлена? Да, подбирается снайперский девайс, 5-3 счет, экономика атаки только троим игрокам. Не, ладно, окей, 8600 может дроп себе купить, плюс кинуть своему товарищу, 7400 также может дропнуть. Но по итогу должны с вами увидеть бай. Так, там поножовщина не только от игроков атаки у нас была, но и в этом раунде еще защита повторяет успехи своих оппонентов. Так, за контур тут много топят, я так понимаю. Чаус. Даже в ножку убивает Мангуста на первых таймингах. Они решили просто сыграть с одним калашом, да? Нестандартные пистолеты и калаши. Хотя была возможность закупиться, и даже денег бы на гранаты хватило. Но видим то, что... А нет, а двух калашей, да. Два калаша и три пистолета было. Так, ну чуть больше минуты. По времени мы видим то, что есть два смока, есть молик и флешка. Скорее всего, раскид под точку А, задымление мусорки, задымление банка и выход под точку А. Так, прочекали, да, как раз таки игрока в плинте. ХЕшка прям под ноги Гогову, 48% здоровья ему остается. Оставляют. Так, флешка полетела, от флешки абсолютно все отворачиваются. Будет ли хэдшот? Верш Макс, минус Чаус, но там 55-м просто раскидывает всех. Плюс Нейт подключается к этой игре. Хелпует своим тиммейтом. Последний остается у нас игрок атаки. Клач 21-3, занимает близкую позицию в мусорке. На том смоук, и он будет как раз таки в этот смоук мутиться. Зэмпис услышал одного, это как раз таки Нейт, Нейта забирает, но слишком красно становится, 18% здоровья, нужно устанавливать бомбу, дадут ли ему это сделать? Нет, конечно, потому что Кюкюдами уже находится тут, и двойное преимущество за игроками защиты. Вот и болельщики Крока подлетели. Теперь все встает на свои места. Так, ну бомбу не поставили, возможность закупиться, я думаю, есть. Сейчас видим то, что 4 калаша появляются, появляется еще и МАГ-10. Ну, сложно, очень сложно сейчас. А это быстрый выход по точку Б! И Нейт вовремя отворачивается, услышал прогорающих игроков. Раз, два, нет, второго не забирает, только на один фраг смог себя раскрутить. Выход через монстров вчетвером. И посмотрите, как долго смещаются у нас игроки защиты. Не стали идти через коннектор, будут смещаться через сити, будут играть через девятку, но там нету информации о том, что игрок защиты находится на воде. Это как раз таки под плинтом, и сейчас он может очень много движуки и информации нам дать. Точнее, не нам, а своим игрокам, которые будут как раз таки ретейкать эту позицию. Гогов, смог ему прямо в лицо прилетает, роулит, есть серия разменов, также забирает еще и Гогова на шарте, и красный роулит, ну... Каким бы красным ты не был, нужно играть до конца, по итогу смаг 10-го, Мангуст есть фраг, будет ли забирать у нас еще и Чауз, 6% здоровья оставляется, какие лайки сейчас тут залетают. 7-3. Быстрый раунд сыграли через монстр, даже при том условии, что Нейт откидывал молик, он услышал прогорание игроков атаки и сразу же на это среагировал и вышел, но к
Как казалось, то, что он мог в монстре намного больше фрагов делать, намного больше урона вливать, но получилось как получилось. Раскрутился на один фраг и одного игрока просто оставил в пленке, который там, я думаю, ретейкающим игрокам защиты дал фулл информацию, где кто находится, где кого слышно и так далее. Так, Чаус там очередной раз у нас под мидлом играется, ивовая позиция, плюс снайперская винтовка появилась. У игроков атаки снайперскую дуэль, скорее всего, мы не увидим, потому что Чаус уже прямо сейчас смещается под плент, или же дальше отыгрывает у нас в туалетах. Отпускает пока лонг. Так, Максим. На близкое место. Близкой дистанции забирают. Так вот куда? Земпис! У тебя же была информация о том, что в упоре находится игрок защиты, и по итогу Земпис выходит ухом к нему. И никуда не уходят отсюда у нас ни игроки атаки, ни игроки защиты. Чаус находит для себя минус, но хорошо, Гогов там вроде как получается открыть у него лонг. Но сложно будет что-то сделать, но Мангуст, подождите, 1 в 3. Со снайперской винтовкой. Нейт уже смещается по точку А. Неужели это будет 8-4? О, 8-3. Я оговорился немножко. А может даже 8-4. Почему бы и нет. Голос не попадает, там уже в спине. Да, Максим заберет ли снайперскую винтовку? Да, забирает ее. 8-3 счет. Денег не так уж и много остается у атаки. Видим то, что есть 3 калаша. Маг-10. Ну и, скорее всего, Галил какой-нибудь условно появится. Сейчас у Вершмакса, да. И очередной выход через монстр под точку Б. Сейчас монстр никто не играет. Роулет с калашом выходит на первых таймингах. Как сейчас прощают у нас игрока защитника? Хотя вместе с Найтом тут просто все делают. Просто делают все. 9-3, именно такой счет после первой половины. Так, ну и пауза у нас моментально на сервер. Встает. Так, игроки атаки. Они же Кроу. Решили обсудить, что они делать будут на пистолетном раунде. Изи для Крок. Ну, не факт, не факт. Посмотрим, что они покажут там еще в атаке. На это тоже стоит посмотреть. Я уже говорил в начале данной карты о том, что тут преобладает больше сторона защиты. Роулин, кстати, поджал мид. На это есть в размене. Да, о том, что как раз-таки больше защита тут забирает раундов, нежели чем атака. Но если Крок готовы отыгрывать в атаке на карте Overpass, ну, тогда мне истинно жаль команду Контур. Ну, пока мы видим 3 в 4 в атаке. Где бомб кэрри? А бомб кэрри находится под шортом, я так понимаю, да, в коннекторе. Люркер остается у нас под мидлом. Мангуз, да, так аккуратненько прочекивает, прочекивает лонг, туалеты, банан. 40 секунд времени остается до окончания раунда. Бомб керри смещается под лонг. Два игрока защиты находятся в пленте А. Один на машине, второй пропрыгивает мангуз как раз-таки в центре плента. И выход будет, скорее всего, таким небольшим степом, контактом через туалеты. Флешка полетела. 20 секунд времени. Кюкюдами находит минус.
Ай, бомба будет устанавливаться. Ну ладно, мангустом вроде разошелся на один килл. Забирает еще и кикюдами. 55М последняя остается. Но бомба была установлена от атаки. На пистолетном раунде. Ну, окей. Кстати, мангуст, да, неплохо отыграл. Трипл килл, разошелся. Смог чем-то удивить. 4-9. Так, а что мы видим? А мы видим то, что атака у нас закупается. Появляются галилы в виде трех штук. Маг 10, 4 галила. И гранаты, видим то, что присутствует. Есть парочку смоков, даже не парочку, а тройка смоков. Флешки, молики и так далее. Занятие коннектора за МПС на первых таймингах погибает. Флешка, моменталка, наверное, или не моменталка. Я не знаю, какая там флешка прилетела, но по итогу фулл флеши он находился, вследствие чего погиб в коннекторе. Минута 30, игроки атаки уже заняли у нас. Мидл заняли. Туалеты, подлонг пока никто не открывается. Пока контроль, да. Чаус понимает о том, что лонг могли поджать, и поэтому... Вследствие чего так немножко просматривал эту позицию. Да, кстати, у мангуста вот эта вот позиция на мусорке очень читаема. И когда я занимаю эту точку, мне просто с первой в голову прилетает на... Так. Гогов. С буста забирает у нас коннектор. Нейт. Боже мой, роулит. Да, у этого парня нужно проконсультироваться по своей стрельбе. Вершмакс. Нашел контакт у нас под монстром. 3 в 4. 3 галила. Кстати, молик сейчас прогорает. И хешка может. Ой, Вершмакс, какие тайминги для себя ловит. Глогов читается ли? Пока не читается, но там уже с монстра выходит как раз-таки еще один игрок атаки. Оставляет ему совсем немного хелспоинтов. По итогу через монстра пропикивает у нас Чаус девятку. Глогов 3% здоровья с фармилкой. Заберет и последнего игрока атаки. Это как раз-таки QQ Дэми. Он также погибает. 5-9. Так, а в случае чего, я напомню, что третья карта будет. Это карта Вертига. Давно я не смотрел Вертига на самом деле. Как по мне, мне кажется, эту карту нужно удалять из командных действий. Из командных карт. С ЭТМ. Ой, там Зэмписа находят у нас в коннекторе. И это быстрый выход по точку А, да, не стали ничего вымудрять, просто стейками залетают. Как же роллит, сейчас повезло, в голову ему прилетело, но хорошо, что это был Tech 9. Девайсы забрали? Нет, девайсы пока не забрали. А там в коннекторе, если не ошибаюсь, фарминка вообще была. Зэмфиса. 4 фрага, да, Зэмфис имеет, роллит там, 14 фрагов. 55М, фак лидер своего коллектива, 18, Максим 11, Чаус 10, Нейт 9. Ну и также 10 фрагов QQDM имеет. Да, возможно, камбэк из Real, но кто его знает? Кто его знает? 4 в 4, Дигл, Мак 10... Ну что, будут выходить по точку Б, видим то, что смещается, да, в коннектор, смещается в шорт, а по точке Б всего лишь один игрок защиты. Да, как раз таки Вершмакс. А если ему хелпа? Хелпы нету, но и без хелпы он на это забирает. Вот она как раз таки с девятка. С девятки помощь Гогов на хелпе. Мангус на букве. Так, затем просто смог десятым... Бегает там куда-то что-то, как будто стреляет, еще забирает Вершмакса. Так как он это делает? И просто в секунду синхронно. Да, Максим погибает с 55М, но бомба была установлена. Это из положительных, наверное. Из положительной информации, которая сейчас у нас есть для кроп. 6-9. Смотрим, что по экономике. По экономике мы видим...
уже ничего не видим, потому что многие игроки уже закупились. Пока без снайперской винтовки отыгрывают у нас в атаке. 4 калаша появляется. Смачок есть, молик есть. Туда-сюда. В принципе, раскидка огромная. При этом АВП есть у игроков защиты. Флешка прилетает. Просто в молик Вершмакс решил отыграть. Там еще и флешка от Чалза прилетела прямо в лицо. И фул флеш решил поджать эту точку. Энтри за атакой. Мид пока нет. Все-таки кикюдами. Да, контролит мид. Поджим сланга, но при этом по расстановке и по мини-карте мы видим то, что защита не стала слишком агрессировать, да, у нас мид не стала занимать эту позицию, при том условии, том, что у них есть снайперский девайс на руках. В принципе, это было читаемо и... Так, ну у меня все вроде восстановилось. Я не знаю, с чем это связано. Какой-то дикий пролаг произошел. Так, в очередной раз у нас Вершмак занимает эту позицию. Ему плевать на моли, который каждый раз кидают у нас игроки атаки на данную точку. Он бежит в зигу, отдает свою позицию и при этом погибает. И в очередной раз энтри килл для атаки. Так, откроем табуляцию, посмотрим, сколько 4 раунда в криаду забрали у нас игроки коллектива Контур, играя в защите. И видим то, что они готовы играть в защите на этой карте. Если бы они чуть-чуть побольше бы раундов взяли в атаке, представьте себе, как Крокам сейчас было тяжело. Какое моральное давление бы сейчас на них возлагалось. О, Гогов! Минус Чалз. Оштрафовал его. Хаешка также еще в зигу прокидывается неплохая. Отнимает какое-никакое количество здоровья. Полетели молики за бочки. Но пока через монстра, кстати, никто не двигается у нас. Из игроков атаки есть задымление в монстре. Кюкюдан, если сейчас найдет минус, он находит минус по роулиту. И там 3 игрока защиты находятся по точкой Б. И точка А полностью свободна для захода. И сейчас Гогову ничего не остается, кроме как прошивать и... попытаться убить игроков атаки, которые смещаются у нас. Коннектор, бомба, 55М, ставит по дефолту, 60% здоровья. Что по гранатам у нас у атаки? У атаки нету гранаты, остается ситуация клатча. 2 в 4, снайперская винтовка есть, но как со снайперской винтовкой выбивать у нас игроков атаки из плента, пока не понимаю. Ну да, будут уходить на сейф. Все. Будет осуществлен сейф от защиты, и это 10-й, это даже первый раунд за атакой после смены сторон. Зэмпис. Возле клуба там, кстати, прикольная музыка играет, я думаю, все... игроки, которые хоть раз играли карту Overpass, знают эту точку. Так, потеряли, кстати, 2 калаша из таких, из не очень новостей для кроков. Так, 6-то. Есть возможность, конечно же, закупиться. Да, Контур, кто не знает, это экосистема для бизнеса. Это я так объясняю. И Контур является дебютантами у нас на Лиге Чемпионов Бизнеса. Мангуст разошелся пока только одним фрагом со снайперской винтовкой. Кстати, 2 игрока по точкой Б, один в девятке с ХЛП. Это как раз таки роулит. Задымление. Один в пунте прям в смоке сидит и навряд ли будет читаться. Ну и сейчас, наверное, можно сказать, пока у нас пауза такая тактическая на сервере, да, где игроки атаки просто расхаживают по плентам, находят свои какие-то позиционные вещи. Попытаются найти, конечно же, entry kill. Расскажу немного о Крок. Столь я его не делал, не рассказывал об этом. Это сильнейшая команда внутреннего турнира Крок. Входит топ-16 команд чемпионата по силе игроков.
Крок участвует в Лиге чемпионов бизнеса с самого первого сезона 2018 года. Вот так вот. Пару сезонов они пропустили, но все равно эту компанию смело можно считать, наверное, нашими постоянными участниками. Вот такие вот олды в виде компаний. Так, выход через монстр. Два игрока защиты под точкой Б и два находятся на воде. Даже если сейчас Земписа будут вырубать, навряд ли будет считаться еще один игрок защиты. Но нет, он открывается, и вследствие чего погибает. 2-2 ситуация. Бомба устанавливается в дефолте, а там в спине находится игрок атаки, который навряд ли будет считаться. И Гугов. Ой, Кюкюдами, да, тут топнул, и поэтому сейчас по нему должна быть инфа или нет. Или нет. Гогов. Нет, не читает. А что? Молик в плент. Молик в плент и... Все-таки хватает. Все-таки хватает этого Молика, чтобы Роулет вышел из плента. И у него было очень мало процентов здоровья. И экономический раунд сейчас контур необходимо отыгрывать, потому что денег совсем точка нет. 4 300, 2700, 2700, 2100. Нестандартные пистолеты, максимум, что мы с вами можем увидеть в этом раунде. И что мы можем увидеть еще в этом раунде? Фастом выход по точку Б, видим то, что бомб кэрри как раз таки фастом задымляет у нас девятку, полетел смог как раз таки на эту позицию, вершмакс, минус от него будет ли читаться у нас игрок, который находится за бочками, но он не открывается, при этом открывается, оу, рулит, есть минус от него, 2 в 2, где еще хелпас монстра, с хелпас монстра приходит, но этого не надо, потому что на это еще один минус для себя находит и... Потная карта, потный раунд. Вершмакс подобрал калаш. И просто в войке сейчас будут его пушить. Это гениальный тактический ход, который могли сейчас у нас коллектив Крок придумать, извиняюсь. Они, я думаю, понимали, где находился последний игрок защиты. И при этом они не стали его соло по одному пикать. Они в паре. Даже если бы игрок защиты хоть одного игрока атаки бы убил в этом моменте, второй бы вышел на размен. За что им браво. Я думаю, тут и добавлять нечего. Шмакс. Тут мало того, то, что ногу подвернул, еще молик неудачно прокинул. Поэтому, сколько там, $600, если я не ошибаюсь, стоит зажигательная граната у игроков защиты. Были выпущены в никуда. Так, ну мы видим то, что в этот раз у нас игроки атаки отдали точку Б, не стали в этом направлении даже двигаться. Вдвоем находится у нас под лонгом, заняли позицию туалетов, плюс в коннекторе находится еще один игрок на атаке. По гранатам, да и вообще по девайсам видим то, что снайперский девайс есть, это, наверное, впервые за несколько раундов. Выход по туалету, Мангуст забирает бомб кэрри, забирает Нейта, и есть информация о том, что бомба лежит и не перестреливает Максим своего оппонента. Роулет, 83% здоровья, выход из маков, 55М. Но тут вывод нужно сделать один. Не надо ходить под точку А, если у вас все великолепно получается под точкой Б. Неважно, после каких разменов в свою пользу, в пользу противника, но вы забирали эти раунды. Я не топлю за коллектив Крок. Да, я тут разошелся на 2 килла, но хорошо, что Мангуст рядом был в коннекторе, смог его разменять. Да, я повторюсь еще раз, я не топлю ни за кого, ни за Крок, ни за Контур. Я... Истина за красивый Counter-Strike, за обалденные, извиняюсь за такое тоже выражение, раунды, за обалденную игру. 6 секунд остается времени, Чаус не успевает поставить бомбу или успевает? Успевает! Вершмакс это дело не контролирует, ну ладно, там очень мало процентов здоровья было у Чауза, поэтому 8-й раунд за коллективом Контур. Так, я так вижу новые пользователи чата. Новые пользователи, это Бани 1437 и Salt Control. Вот так вот.
Все больше и больше у нас людей становится на Твиче, и это хорошо. Нейт, минус Гогов, ну, хорошо, что есть Мангуст у нас на воде, но 55М его просто без шанса вырубает, вырубает. Еще и Вершмакса роулит на хелпе. На букве есть еще один игрок защиты, но камера куда-то прыгает, непонятно куда. 3 в 2 ситуация, минута 20 остается времени до окончания этого раунда, и... как бы сейчас все не закончилось. Кюкюдами просто на ноге бежит по точку А. И как сейчас действовать? Задымил мусор. Ой, задымил дефолт. Кстати, молик прилетает под лонг. Кюкюдами немножко прогорел. Чаос со снайперской винтовкой открывается. Кстати, там проштрафовали у нас игрока защиты. При этом он вынужден смещаться у нас под бам. Бомба установлена в дефолте. Чаос минус Земис. Открытие Кюкидами, и счет становится у нас окончательный. 8-13. Именно с таким счетом Крок одерживает победу. 13-11 они сыграли на Эншенте. 8-13 на пике своего оппонента. Счет по картам 2-0. Да, вот это было потно, дорогие друзья. Кто бы что ни говорил. Так, что у нас там? Давайте я вот так вот оставлю без хромакея. Наверное, так лучше будет. Ладно, дорогие друзья, счет по картам у нас 2-0. Счет по картам 2-0, стоит поздравить коллектив Крок с довольно-таки уверенной, но при этом трудной победе, которую они нам показали на первой карте, показали на карте Overpass. Счет был предельно близкий, да и по игре в принципе плюс-минус игры были равными. Что у нас ожидает дальше? Я не знаю, выдадут нам кого-нибудь из интервью. По сути, по регламенту нам кого-нибудь должны дать на интервьюху из коллектива Крок. Ну и хотелось бы, наверное, все-таки пообщаться с игроками, узнать, что у них, как дела, как настроение и так далее. Ну, а мы пока, дорогие друзья, будем уходить на небольшую музыкальную паузу. Послушаем немного музыки. Если нам кого-нибудь дадут на интервьюху, мы включимся с интервьюха. Если нет, я войду в эфир, также с вами пообщаюсь, дам еще какой-то свой комментарий по этому поводу и буду уходить со стрима. Так что послушаем немножко музыку, скоро к вам вернемся.
Ну что же, так, секундочку. Все. Все, мы в эфире, вебки все выведено. Дорогие друзья, всем здравствуйте. Подключается к нам на интервью 55М. Рассказывай, как дела, как настроение у вас после... Довольно-таки, наверное, тяжелого матча. Я думаю, то, что ты согласишься тут в этом мнении, о том, что две игры и две карты были тяжкие. Но по итогу, после их отыгрыша, что вообще, какое настроение? Да, на самом деле, после первой карты было как-то слегка напряженное, потому что мы играли как-то не свою игру, как-то нервно немножко волновались. Потом вроде как-то смогли подхватить начало оверпасса очень хорошо. Затем уже просто уже и контур начал свои зубы показывать. Мы все-таки смогли их перебить. Вот. Тогда вопрос уже касаемо карты Ancient. Это был ваш пик. Да. Не было ли у вас такого ощущения о том, что вы можете отдать свой пик? Свою карту? Да, мы в принципе не рассматривали вариант с поражением. Так что если бы мы даже пошли на допы, то с этого бы, наверное, немножечко тильтанули. Не то, что мы считали, что контр прям настолько слабые игроки, потому что все-таки, ну, как минимум десятки есть, и, в принципе, они игру хорошо показали. Но счет был близкий. Просто было бы обидно, да, очень близкий. Буквально на тоником взяли последний раунд. Как долго вы вообще находитесь вместе данным стаком? Ну, получается, с начала регистрации на ЛЧБ вот что-то вроде марта, наверное. У вас был вроде чемпионат внутренний.
Да, был. И как раз-таки с этого чемпионата у вас основной стак и сложился. Да, получается, мы и Стейхом Бар, еще одна кроковская команда. Ну, то есть выбрали из, так, из финалистов, наверное, тех людей, которые больше, наверное, да, понимают. Да, мы первое место заняли, да, и вторая команда ушла в другую группу по среднему элу. Это хорошо. Ну, смотри, когда вы заходите на Faceit, да, играете с определенным коллективом, вы смотрите на левела, на Yellow? Ну, я бы сказал, что в первую очередь мы смотрим именно на Элла, потому что в некотором случае, в некотором плане это все-таки показатель того, как противник играет. Ну, условные третьи левела, логично, что они, ну, вряд ли стоит противника даже напрягаться, скажем так. Потому что больше такие катки получаются, ну, как фановые, что ли, не знаю, или как что-то поэкспериментировать, какие-нибудь тактики, насколько это вообще сработает. А когда есть десятки или близкие к десяткам ребята, уже можно сказать, что у них уровень игры будет повыше, чем условно третий левелов. Уже можно понять, что нужно будет чутка поднапрячься, что условный раш в 5 маг 10 на протяжении 10 раундов не сработает. Но, в общем, нужно правильно свои силы всегда рассчитывать и не недооценивать противника. На карте Ancient, да и вообще на последующих картах, вы показывали какую-то свою задумку, свою какую-то стратегию. Не боялись вы на групповом этапе уже спалить свои там условные заготовки? Да нет, в принципе, можно в процессе игры даже подстроиться. У нас, в принципе, и Андрей Чаози, и Даня Формалин, они понимают ситуацию на карте, если что, могут резко как-то сами закулить, изменить дефолт или просить нас как-то где-то сориентироваться. То есть, в принципе, это можно подстраиваться спокойно от одного единого дефолта. И вот по Формалину, если я не ошибаюсь, он у вас коучем был в этой игре. Да, да. Он вам как-то помогал, или же вы все-таки от Колера как-то зависели? Ну, что касается именно Формалина, он очень часто давал колы, которые могли, ну, сменить, там, не знаю, вектор атаки или защиты. И они очень часто оказывались верными, мы причем его совету следовали. Иногда, конечно, Чавози ему сопротивлялся, противился его колам, но по итогу они как-то вместе смогли подружиться, так сказать. Слушай, исходя из того, что мы увидели сегодня, вот сложилось такое твердое утверждение и, наверное, ясность понимания о том, что вы в группе будете занимать первое место. Да, скорее всего, так и есть. Есть еще такой какой-то соперник, против которого вы хотите уже встретиться в Золотой Лиге в игре на выбывание? Вот против кого бы хотелось так попасться, чтобы и не пройти, и интересная игра была? Или пройти и неинтересная? Да. На самом деле там очень много команд десяток, которые потенциально ставят интересную нам конкуренцию, против которых игры будут максимально интересны, но какие-то именно команды назвать я вряд ли смогу, потому что не особо по ним, так сказать, не особо смотрел, какой у них состав и что они вообще играют. То это скорее уже будет видно после посева плей-офф и посева группы золотой. Но там все будет видно. Тогда еще такой вопрос. Вы как готовитесь вообще к играм? То есть просматриваете демки, там, стримы, или же просто зашли на Faceit, посмотрели, да, там, 7, 8, 5 левела, там, даже готовиться не надо, мы так, на какой-то, не на иллюзии, а на уверенности, на эксперименте можем забрать карту. Я понял вопрос, да. В случае, когда имеется команда десяток, было бы логично предположить, что эта команда десяток имеет свой какой-то уже построенный дефолт, возможно, какие-то свои тактики от этого дефолта. В этом случае имеет смысл зайти, ну, посмотреть хотя бы пару их обычных фейс-игр. В принципе, в этом ничего постыдного нет. Это, ну, как по мне, нормальная практика. Если игроки не такие уж и сильные, как я уже до этого говорил, то, скорее всего, ну, как такового дефолта у них нету, то есть они его пытаются делать, но каменные его отставить они не смогут против нас. То есть в целом все будет зависеть от противника и насколько они должны быть сильны. Дальше наверняка они уже будут десятки в золотой лиге, там нужно будет хотя бы как-то подготовиться к ним. Хорошо, понятно. Готовы были вообще играть карту Вертига в случае Десайдера?
Я бы сказал так, что мы не были готовы играть в Overpass в целом, а Vertigo, наверное, бы сыграли. Ну, то есть Overpass у вас... Ой, то есть Vertigo больше, чем подготовлено, чем Overpass. Не то, чтобы мы прям что-то конкретное готовили, потому что... Ну, дефолт обычный. Ну, в целом, ну, Ancient, да, были готовы, Overpass. Почти не играли, на самом деле. Но это все примерно на одном уровне, как и Vertigo идет. Слушай, ну тогда у меня вопросы закончились. Это у вас первая игра на сегодня, да, была? Вы должны были играть еще одну или нет? Нет, это, в принципе, была первая единственная игра на сегодня. Остальные через неделю уже будут. Нет, там просто три раза перенос был, поэтому как раз-таки у меня сложилось впечатление, то, что вы должны были сегодня играть, я не вижу группу сейчас в глаза, поэтому я просто предположил. Вот. Не, у нас одна игра стояла все время против контура. Что хотелось бы сказать? Две карты плотные были, потные. В принципе, очень много игровых моментов нам подарило, и даже там хайлайты какие-то были условные, и... Да, я вижу, что ты помахал, как будто сразу вспомнилось, да, в памяти. Да там, на самом деле, много таких было моментов, которые буквально игру переворачивали, что Максим раз, наверное, ну, как минимум 4 раза нам спас раунды, которые были уже похоронены. Что Кокудами Вова, на самом деле, несмотря на то, что довольно сильно залил Ancient местами, кстати, да, он хорошо собрался. В лоу-тайме где-то находился. Ну вот, да, ну, бывает, переворачивался, что поделать. Ну, а дальше на Overpass он, наоборот, ничего не заливал, наоборот, раунд нам помогал выигрывать частенько. Слушай, есть там кому привет в чате передать? Потому что, я так понимаю, есть пользователи Твича, которые как раз-таки болеют и отдают свой голос в вашу пользу. Ой, да там на самом деле много людей понабежало. Кого бы особенно хотел выделить, это мою девушку Иру Витаминку. И точно помню, что в чате я, когда зашел, увидел Влада Кевса. Вот им огромный привет и всем остальным, кто нас смотрел. Слушай, витаминка. А, все, я увидел. Все, да, был такой пользователь Твича, конечно. Ладно, не буду тебя долго задерживать. Воскресный вечер уже подошел к концу, 5 часов по московскому времени. А девушка рядом? В целом, да, близко. Вот, не буду тебя задерживать, дабы побыстрее ты, чтобы пришел к ней, или же все-таки КС-ка будет дальше? Там парочку каток. Да нет, надо домашние дела поделать. Это хорошо. Все, спасибо тебе большое за интервью, спасибо за то, что рассказал, что как у вас там вообще происходит в команде и так далее. Было приятно с тобой пообщаться. Спасибо. Пока-пока. Пока. Так, дорогие друзья, подходит к концу наш сегодняшний игровой день на Лиге Чемпионов Бизнеса. Кратко подводим итоги, которые мы сегодня с вами посмотрели. Посмотрели мы всего лишь одну игру. Первая игра, которая должна была у нас 12 по московскому времени состояться, тоже играла группа S. Данная игра не состоялась, поэтому мы перепрыгнули на данный матч. Крок против Контур. Вот. Что хотелось бы сказать. Игры были классные, было на что посмотреть, эмоции тоже, я думаю, где-то что-то как-то допроявлял. Поэтому, дорогие друзья, еще раз говорю всем спасибо за стрим, за проведенное время, за то, что находились в чате, поддерживали свои коллективы. Неважно, будь это выигрышная команда, будь то это команда, которая потерпела поражение. За это вам огромный респект и благодарность. А для вас я весь день, сегодня на протяжении нескольких часов работал. Мой игровой никнейм Steel. Всем пока-пока. Спасибо еще раз за то, что находитесь с нами. Я пошел. Удачного воскресного вечерочка. Пока-пока.